Здравствуйте, в эфире программа «Люди говорят» и с вами ее ведущая Елена Семеновичева. Мы предлагаем вам высказать свое мнение о тех событиях, которые происходят в социально-экономической сфере в Ненецком округе и в стране в целом. Сегодня мы выясним, как жители округа защищают себя и свою семью от вирусных заболеваний. Витамины в первую очередь, фрукты, овощи и мажем носик специальной мазью. И не посещаем места, где скопление большое людей. Капаем капельки грипферон, чеснок вешаем на шею, да, на коляску. Нам делали прививки. Мы все привиты. Мы работаем с детьми, поэтому у нас прививки как-то. Я считаю, что мы очень следим за питанием, во-первых, занимаемся с детьми спортом, гуляем много, поэтому как-то даже сейчас мы вообще ничего не пили, честно. Больше фруктов, овощей и молочных, наверное, продуктов. Мы просто обошлись вообще, только маски дети вот одевали в школу и все. Ну, это какие-то народные средства, то есть лук, чеснок, имбирь, другие. Ну, у меня жена уже заранее закупила лекарственные препараты, какие нужны, носит маску и медосмотр, больше чего еще. Прививку делала. И народными чеснок, мед, клюква, ну все таки, и все. Если у вас есть мнение по волнующему вопросу, задавайте его по телефону, на нашем сайте и лично мне. Каждый день наша съемочная группа выходит на улицы города с опросом. С вами была Елена Семеновичева. Увидимся.